Добрый день! Вы на планете Агро, канал любителей сада и огорода. Салютин – производитель агропромника, антитранспирант, прилипатель и адъювант. Помогает сельскохозяйственным культурам противостоять негативным погодно-климатическим факторам, которые вызывают стрессовое состояние растений, а именно повышенная температура, сниженная атмосферная влажность, заморозки, обветривание и солнечные ожоги. Также, сокращая непродуктивные потери влаги, сохраняет и накапливает влагу в листе, вне зависимости от осадков и полива. Улучшает качество фотосинтеза, защищает от ультрафиолета, что способствует уменьшению солнечных ожогов. Обработанные до пересадки саженцы и рассада лучше приживаются. В обработанном семенном материале увеличивается энергия прорастания исходов. Норма расхода 200-250 мл на 20 литров воды с расчетом на 2 сотки. Данным препаратом необходимо обрабатывать от 5 до 25 градусов тепла. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, дальше будет больше интересного.